не только на рисунках, но и художник танца. А художники, они, как правило, пишут и рисуют то, что им приходит, то, что у них вызывает какие-то эмоции. Вот так и в жизни на танцполе, когда вы приходите, вы должны не слушать, и вы услышите его интерпретацию той музыки. Поэтому контакт у вас идет от груди куда? Через живот. Туда, к нам. А не вверх. Зона, в отличие от сальсы, бачата и остальных танцев, она скорее танец внутри, мы об этом всегда говорим. Но когда мы об этом говорим, мы не всегда об этом думаем, и все пытаемся это прочувствовать и понять.